Выходим на улицу, сейчас рано, но мы чуть позже всегда гуляем. Но там Вероника Артуру что-то выносила, и я увидела, что она со скотчем. Я говорю, давай мы выйдем, я хоть увижу его. Скучаю, со скотчем очень сильно, очень. Вперед. Стоп. Мы пошли гулять. Ой, сейчас как упадет поводок, Жулька испугается. Жевалин, Жулочка, любимая моя. Скажи, мама с постельки вытащила тепленькой. Зачем? Я уже пописал на полу. Ой, такая теплая, пахучая. Я ее вытащила вообще. Чистющая дитё у меня. Ладно, пошли. Ника, нельзя. Да посмотри на эту Нику, а. Провели Вероничку. Я красотой любуюсь. Боже, ну как же красиво на зеленой траве листья. Джавелин, ты за скотчем смотришь, да? Джавелин. Джавелина. Джавелина. Жулька. Джавелинка. Вообще не реги. Скотч где-то там, мужчина. Мои мечты, братик мой. На Никуська. А скотч глаз ложит на Нику. Его интересует только большая белая женщина. Да? Он к ней дело имеет, мужское. И все. Он, скажи, я рос и рассчитывал, что эта женщина будет для меня. Да? Все, идемте, девки. Пойдем домой. Я сейчас зайду домой. Возьму мячик, игрушки им какие-то. И выйду с ними на стадион поиграться. Сейчас лапы мыть не буду. Уже наиграемся, пойдем погуляемся. Потом пойдем домой. Окончательно уже жопы лапы помою. Сегодня прохладновато у нас. Дождик накрапывает. Ну так, временами покапал и нету. Короче, хмурое небо. Ой, вот. Ой, что у меня вообще с этим автоматическим режимом света? Так, идемте, мы сейчас выйдем второй раз. Вероничка сегодня на флюорографию и в KFC по первый раз на работу едет. Она проходит медкомиссию и... Не... Жуля, ну дай, ну запуталась. Едет на KFC на работу. Вот. Так что такие дела. Ладненько, я буду идти домой. Если пойдем сейчас на стадион, то я еще поснимаю. Если нет, то увидимся позже. Вот ей эта дырка заинтересовала. Играла с мячиком только что. Да. Мотается. Ника не хочет играться. Тут какие-то запахи. Намусорили. Сейчас никто во время войны особо не убирает. Видите, траву выдрали. Фу! Там песок, но там какая-то еще ерунда зеленая. Нельзя! Взяла Ники пулер фиолетовый этот, она им не играется. Она дома играется, а тут нет. Вообще на улице собака не играется. Не знаю, почему она с детства такая была. Фу! Жулик! Мячик бери. Где мячик? Жулик. Чуть-чуть побегала. Фу! Это подбирает все, что можно. Ну, идем домой. Не хотят гулять.
Вот Джавелина чуть-чуть побегает. Вот голуби, это, блин, ее любовь. За голубями она вечность готова бегать. Джавелина, иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне. Ко мне. Джавелина, ко мне. Молодец. Молодец. Ко мне. Молодец. Мы этот стремительный собака мой. Сейчас помоем лапки. Почухаю шерстку Джавелине. И будут собаки отдыхать. Ника, куда ты почухала, а? Деловая. На, мячик. Жулька, мячик. Ладно. Талинка на уроках. На уроках сидит онлайн. Начался первый урок. А мы с ним, да, с собаками. Сейчас напишу учительнице. Может, сегодня еще позанимаемся английским. Так. Так, все, что осталось в 5-литровой кастрюле голубцов. Вот. Все поужинали. Вчера дочка пришла, старшая поела. Виталинка, я. Ну, короче, сын. Все, что осталось. Мужу и сыну на работу дала сегодня. Короче, вот такая вот. Сколько тут? 2, 4, 6, 7 штучек осталось. И все, что осталось. Вернее, ничего не осталось от пирога яблочного. Я... бумагу эту оставляю. Наверное, еще раз испеку на ней. Экономлю я так. Вот. А здесь сварила кашу собакам на дачу. У меня от курицы оставалось на противне жир. Вот этот вот. Я сварила кашку. Так, что я, чем занимаюсь? Сейчас голубцы перекладываю в судочек. Убираю в холодильник. Меня ждет целая мойка грязной посуды. Здесь у меня капусточка квасится. Я уже ее... ложкой перемешала. Вот. Еще два. Ну, сегодня, может, завтра под гнетом побудет. И потом я уберу гнет. И будет она в банку, наверное, переложу. Если банка будет свободная. Помидорки мои тоже уже доедаются. Короче, девочки, все естся. Отлично. Так. Ну, покажу, ладно. Мою посуду вот так вот. Сейчас помою. Вот, и буду жарить блинчики на лестнике. Что меня еще сегодня ждет? Меня ждет вот такой вот шкаф с посудой. Тут посуда и моя, и не моя, но мне нужно будет привести это все в порядок, пересмотреть, перемыть, что надо. И хорошо поскладывать, освободить вот эту полку. Тут сложить только такое, что мне нужно основное. Потому что я до этой полки легко достаю. Здесь поставить то, чем мы будем пользоваться. Почему я сюда полезла? А потому что мне некуда ставить. У меня судочки появились в большом количестве. У меня всякие мисочки. Я забирала перед войной у Вероникиного. Сейчас расскажу. У Вероники, у мальчика, когда умерла бабушка, они там освобождали комнату для племянницы. И у бабушки там оставались посуда. Ну как, не только бабушкина, там и мамина. Вот. Ну, такая посуда разная. Там и современная, и несовременная была. Короче говоря... я забрала то, что успела. Вот. И теперь, в общем-то, пользуюсь. Я кое-что увезла на дачу, кое-что оставила здесь. Но, в общем, я люблю посуду, вы знаете. Я даже не против у кого-то бэушную забрать. Если мне оно нравится, действительно, если я вижу, что такое, то, чем я пользуюсь. Я, например, люблю всякие маленькие пиалочки. Вот, очень люблю. Люблю тарелочки такие полуглубокие, которые и на первое, и на второе годятся. Вот, поэтому, короче, появилась посуда новая, потом что-то там я докупала до войны. В итоге что-то мы привезли из Львова, то, что нам там
мы покупали там, приобретали, нам давали. Короче, надо навести порядок и освободить вот эту первую полку для той посуды, которой я пользуюсь. Хотя она стоит там, та посуда, которой я пользуюсь, но там кое-что стоит подальше, то, чем я не пользуюсь. Поэтому надо его убрать наверх, это все. Полка эта глубокая туда, она угловая. Вот. Буду сейчас заниматься. Здесь у меня тоже, видите, здесь стоят тарелки, когда приходят гости, я их беру. Здесь у меня графины для компотов. Там это я недавно положила, потому что никуда пока их не определила. А там у меня тарелки белые, дополнительные. Кстати, можно будет кое-что подоставать. Вот, потому что у меня уже тут я повозила на дачу из этого шкафа, где сушка. Так, все, буду заниматься сейчас. Вот видите, вот такого плана посуда есть. Это свекрови моей. Она часть забрала, часть оставила. Сказала, выбери себе, что тебе нравится. Ну, короче, я себе выбрала пару вот таких вот всяких тарелочек. Вот, это, знаете, вот Новый год, Рождество, какие-то такие праздники, когда мы накрываем стол, приготовить, допустим, селедку под шубой, какой-то салат красивый. Ну, в принципе, прям, чтобы мне очень нравилось, нет, ну, вроде такая симпатичная, да. Вот, я вымывала. Вот это вот не отмывается, оно типа почелганное, а так все вымыто. Вот, у меня... Помните, я говорила про тарелочки, которые забирала у Вероники, там, у Виталика мамы. Вот такие вот. Ну, классные, смотрите, пиалочки какие. А это мои беленькие. Вот, ну, я смотрю, что кто-то, видно, влажные ставил, но грязные, надо перемыть. Вот эти я очень люблю, я ими пользуюсь. Они для творога, для мороженого, для какого-то салатика, типа капусту квашеную насыпать. Короче, для чего угодно. Очень даже вместительные, несмотря на то, что кажутся маленькими, да. Вот. Короче, сейчас я буду все доставать. Видите, подоставала, там и соль стояла у меня, и крахмал это я уберу в другое место или поставлю ближе, чтобы пользоваться. Тут у меня вот такие стаканы. Классные, кстати, я люблю их использовать. Кстати, чай с них пить люблю. И можно пиво, компот, короче, что хотите. Ой, так. Такие штуки, видите, от свекрови остались всякие советского образца, от сервиза. Я использую такие соуснички, мне они часто нужны. Мед, варенье, клюквенный соус, лимонный соус. Короче, очень много. Аджика. Есть такая маленькая. Есть у меня вот здесь вот такая сервиза. Побольше сервиз этот у меня есть с тарелками. Он стоит у меня в этом. Это конфеты у нас никто не ест. Я знаю, что свекрови на дачу там отвезу. Там поедать. Так, эта штука у меня от старой микроволновки, которая когда-то была Deo, офигенная, классная, которая готовила еду, она была внутри нержавеющая. И вот это вот для какого-то гриля, эти подставки были для двух блюд, можно было ставить, там еще выше есть такая. Я ее использую сейчас для сушки грибов, таранки, очень удобно. Вот. Ледочница, но я смотрю, она надщербленная. Вот. Так что, скорее всего, я от нее избавлюсь. Буду сейчас вынимать все, протирать и как-то там складывать получше. Вот такие стаканчики я очень люблю для вина, для компота тоже, они маленькие. Такие соусники. Вот это любимые мои штуки. Это такие бокальчики для коктейлей молочных. Я так люблю посуду. Если бы вы только знали. Боже мой, как я люблю посуду.
Вот такие у меня чашки, комплект 6 штук. Когда-то я покупала. Но особо ими сейчас не пользуюсь. Надо будет их куда-то подальше убрать. Ой, даже, знаете, задумалась кое-что, чем я не пользуюсь. Можно было бы, честно говоря, не знаю, продать, что ли. Ой, ну сейчас никому ничего не продашь. Если честно, мне кажется, вообще никто ничего не покупает. Все сейчас деньги экономят. Вот, никому ничего сейчас с этой войной не нужно.